Начальник копрового цеха Северского трубного завода Валерий Первушин регулярно работает над проектами, направленными на улучшение условий труда. Коллектив цеха славится тем, что многое делают своими руками, без серьезных финансовых затрат. Один из примеров – монтаж укрытия основных контейнеров на участке переработки шлака для снижения пыления в рабочей зоне. И это далеко не все позитивные изменения, которые реализованы в цехе за последние несколько месяцев. Копровый цех, как и все подразделения Северского трубного завода, и трудно-металлургическая компания постоянно работает над улучшением условий труда и нашего производства. За последнее время, ближе к концу года, первое, мы поменяли кресло на погрузчиках и на пятикубовом экскаваторе на антивибрационные новые кресла поставили. В свое время мы заменили аспирационную систему на ДСК. Работают 4 системы, но пыление продолжалось на транспортерах. Я принял решение закрыть транспортеры, чтобы меньше пыли поднималось в воздух. Экспериментально попробовали, результат получили положительный. И 2 основных транспортера мы закрыли брезентом, и пыление уменьшилось. Безусловно, с помощью такого нехитрого приспособления полностью избавиться от пыли невозможно. Но то, что на участке стало значительно чище, отмечает дробильщик копрового цеха с 22-летним стажем Александр Кравцов. Конечно, комфортнее стало. Гораздо лучше. Для здоровья, наверное, получше. И спасибо, что заботятся о нас так, наше руководство. Коллектив копрового цеха не привык ждать, пока кто-то выделит средства или реализует за них какой-то масштабный проект. Сотрудники цеха своими силами постепенно делают условия труда лучше. 2 недели ушло на 2 конвейера, чтобы укрыть там конвейера. И потом смотрели, в течение, наверное, месяца посмотрели и решили, что пыли стало меньше. Убедились в этом. На 2 конвейера ушло 70 метров ткани. Минимум средств. При этом вклад в здоровье сбережения сотрудников СТЗ колоссален. На этом руководство цеха останавливаться не собирается. На 2024 год запланировано еще несколько проектов в области охраны труда и промышленной безопасности. Игорь Соколов, Алексей Корепанов. Новости 11 канала.